Колись прогулянки верхи та гра у шахи, як і театр, були звичайнісіньким дозвіллям. Сьогодні це привілегія еліти суспільства. Лише вибрані можуть ходити до театру. Тільки тому, що розуміють, що там відбувається. Такого висновку дійшли учасники та почесні гості Міжнародного театрального фестивалю малих форм «Театронік» 2 роки тому. Чого очікувати від цьогорічного фестивалю? Чим здивує «Театронік 2015»? Говоримо з гостем нашої програми. Заслужений артист України, провідний актор Харківського театру для дітей та юнацтва, директор Харківського театру Одеського розливу «Ланжерон». І цей перелік можна продовжувати нескінченно. Віталій Євгенійович, ми сьогодні говоримо «Уж позвольте» не о вас, а о фестивалі «Театронік». Чим будете удивляти в этом году? Ну, наконец-то, добрый день, дорогие наши харьковчане, дорогие телезрители. Сегодня я ворвался к вам в дом не как актер, а как, скорее, как директор и один из организаторов 4-го международного фестиваля театров малых форм «Театроник». Ну, конечно, у вас остались воспоминания о предыдущих 3 фестивалях, ведь наш «Театроник» приходил к вам из года в год. И вот теперь прошло 2 года. Естественно, у вас возникнет вопрос, почему через год, где был «Театроник» эти 2 года, почему не было его в прошлом году? Когда вы пьете хорошее вино или хороший коньяк, вы должны почувствовать послевкусие хорошее. Вот и мы решили выдержать такую паузу театральную и решили, что наш «Театроник» теперь будет проходить раз в 2 года, для того, чтобы вы 2 года ощущали послевкусие встречи с артистами и участниками нашего международного фестиваля. Знаете, наш мальчик, театроник, растет. Вот уже 4-й раз мы будем встречаться с харьковским зрителем. И, конечно, у вас возникнет вопрос, чем мы будем удивлять вас или радовать, я бы сказал. Потому что действительно наш театроник — это пир театра. Все флаги в гости к нам, как говорится, и действительно к нам приезжают представители Армении, Белоруссии, Англии, Польши, Молдовы, Болгарии. И наш зритель сможет оценить мастерство артистов по достоинству и их искусство. Вчера я играл для тебя на саксофоне. Скажи правду! Скажи правду! Ты моя новая соседка, которая поселилась этажом ниже, да? Нет! Я твоя новая соседка, которая поселилась с тобой! Это на 9 ночей, да? Но 9 ночей могут быть как 9 жизней! Но ведь фестиваль — это не только спектакли. Фестиваль — это встреча друзей. Фестиваль — это общение между коллегами, друзьями. Это всегда школа. Харьков — очень театральный город. В Харькове 2 школы театральные, ежегодно выпускающие артистов в большой свет, в большое плавание отправляющих. И как не здесь, не в Харькове проходить такому фестивалю, как «Театроник». Мне кажется, что те встречи, которые будут проходить в рамках нашего фестиваля, они помогут и нашим студентам, так сказать, определиться точнее в своей профессии, увидеть, оценить и, так сказать, и поучаствовать. Виталий Евгеньевич, чем будете радовать? Предыдущие 3 фестиваля были не похожи один на другой. И это было уже хорошо. Но у них у всех была одна особенность. Были спектакли, которые
выделялись на общем фоне уровня спектаклей. Одни спектакли были феноменальные, гениальные спектакли. И были спектакли чуть ниже уровнем, и были откровенно не сильные спектакли. Поэтому мы решили сделать очень строгий отбор на фестиваль. Поэтому в этом году вас ждут, дорогие харьковчане, действительно прекрасные работы больших мастеров сцены, больших мастеров своих стран, которые они будут представлять. Я забыл сказать еще об одном потрясающем актере из Литвы, который приезжает к нам. Александрас Рубиновас. Запомните и приходите. Потрясающий актер. К нам приезжает театральный критик, вице-президент Международной ассоциации театров малых форм при ЮНЕСКО Нина Мазур. К нам приезжает выдающийся грузинский режиссер, лауреат Государственной премии Грузии, лауреат литературной премии Марджанишвили Нукзар Лорд Кипанидзе, который будет проводить 3 мастер-класса, бесплатных мастер-класса для студентов, для актеров от Нукзара Лорд Кипанидзе. Мы просто призываем вас, дорогие мои коллеги, приходите, поучаствуйте в этом. Послушайте этого человека. А вы лично знакомы с Батоном Нукзаром? Ваши впечатления от первого общения с ним, от первого взгляда на него? Батон Нукзар, как... И что говорить, если его, его друзья, сокурсники, это Роберт Стуруа, Ризо Чхеидзе, великие грузинские режиссеры. Нукзар Лорд Кипанидзе – это любимый ученик Михаила Ивановича Туманишвили, великого Туманишвили, чье имя носит сегодня грузинский театр, Тбилисский театр. И когда общаешься с этим человеком, который уже пожил и который видел и знает о театре все или почти все, хотя он очень скромный, он мудрый человек. И вот эта вот мудрость театральная, которую несет он, этот светлый и прекрасный человек, она дорогого стоит, и этому тоже следует поучиться у него. Виталий Евгеньевич, в программе фестиваля этого года творческий вечер Валерия Чугляева и Владимира Пострякова. Чего лично вы ожидаете от этого творческого вечера? От этого творческого вечера я жду праздника и фейерверка, потому что это люди праздник. Валерий Чугляев – великолепный актер, прекрасный, прекраснейший актер. Это остроумный, это просто умный, эрудированный человек. Вот уже вот эта вот гремучая смесь, вы представляете, какое предвкушение от этого праздника общения с этими людьми. Быстряков – композитор, Чугляев – известный киноактер, и театральный актер. Чего лично вы ожидаете от этого творческого вечера? Ну вот я и жду, скорее пообщаться со своими друзьями и узнать, что нового у них в их жизни, рассказать о своей жизни. Ведь это тоже одна из составляющих частей каждого фестиваля. Я знаю, что Владимир Юрьевич Быстряков проведет отдельный мастер-класс. Угу. Что это будет? Для кого и где? Я считаю, что дорогие начинающие композиторы и люди, которые отличают ноту до от ноты ре, приходите на мастер-класс Владимира Быстрякова. Это замечательный композитор. Я думаю, что у вас появляется уникальная возможность просто прикоснуться к одному из классиков композиторского цеха. Я правильно понимаю, что этот мастер-класс – это будет прямое общение Быстрякова и композиторов сегодняшних, будущих? Я не знаю, в какой форме решит Владимир Юрьевич проводить этот мастер-класс, потому что формы мастер-класса бывают разные.
бывают разные. Я думаю, что Нукзар Лорд Кипанидзе, его мастер-классы будут проходить в разной форме, и в форме общения, и в форме задания каких-то. Но какую форму изберет Владимир Юрьевич, я сейчас не могу сказать. Но то, что это принесет невероятную пользу нашим студентам, студентам-композиторам, это однозначно. Виталий Ильич, ну, странно было бы спрашивать вас, какой спектакль вам нравится больше всего из приглашенных в этом году? Вы же всех наверняка от сердца приглашаете. А по какому принципу вы строите программы фестиваля? Я считаю, что искусство не имеет права быть скучным. Это первое. И второе, конечно, оно должно трогать. И если зритель выходит и у него в сердце остается что-то, значит, мы достигли своей цели. Наклоните лучше вперед, коснитесь руками ног поближе к ступням. Мне кажется, что все наши спектакли, абсолютно все, на этом фестивале отвечают этим требованиям. А. Не скучно. Б. Мы в сердце каждого зрителя закладываем зерно добра и любви. Мы можем сказать, что в этом году фестиваль пройдет под лозунгом любви. Да. В наше сложное время, в наше не всегда доброе, скажем так, время, доброта и любовь – вот что спасут наш мир. Какое событие прошлых фестивалей стало для вас определяющим, знаковым? Одними из самых ярких – это встречи с замечательным вологодским актером Всеволодом Чубенко, петербургским актером Сергеем Барковским, замечательный актер, берлинским театром «Русская сцена», с молдавским театром «С улицы Роз», который, кстати, тоже в этом году приезжает, привозит спектакль «Сиротливый Запад» по Макдонаху. Замечательный спектакль. Были еще, конечно, из Израиля замечательная актриса приезжала. Очень интересная актриса. Было много-много было очень хороших встреч. Виталий Евгеньевич, Нукзар Лорд Кипанидзе проведет мастер-классы, может быть, не один, в здании, я бы даже сказала, в самом театре для детей и юношества. Это ваш организационный ход или от искренних чувств, которые, я знаю, теплятся в сердце Бондарева к ТЮЗу? Для нашего театра юного зрителя, который я очень-очень люблю, это большое событие, встреча с этим человеком. И наши актеры, именно нашего театра для детей и юношества, придут, встретятся, полюбят этого человека, полюбят каждое его слово, то, как он говорит, как он подает, что он подает. И я думаю, что это им не только пригодится на сцене, но и в жизни. Дорогие харьковчане, дорогие гости нашего города, мы ждем вас на нашем фестивале «Театроник» с 30 октября по 3 ноября этого года в Доме актера на улице Красина, 3. Приходите, пожалуйста. Мы вас очень-очень ждем. Вы не только не пожалеете, вы выйдете обновленными людьми, зараженными театральным искусством. Мы вас ждем. Виталий Евгеньевич, а что для вас театр? Знаете, это очень сложно. Это такой большой философский вопрос, потому что не хочется отвечать на него односложно и однозначно. Но есть определенный мир, который... Мы когда живем, мы маленькие, да, когда мы растем, у нас складывается свой мир, мы в него погружаемся и мы в нем живем. И иногда мы пытаемся вырваться из этого мира. А в этом мире всегда хорошо, нам комфортно в детстве.
И иногда мы вырываемся из него, иногда мы остаемся. Так вот, актеры — это те люди, которые остались в том мире детства. Вот что для меня театр. Это мир, в котором хорошо, тепло.